Давай проверим твою реакцию. Только самые быстрые ребята в мире успеют поставить лайк и написать комментарий за 3 секунды. Всем здорово, ребята, с вами и по-прежнему Овербард, и сегодня мы поиграем в Death Ranchик от нашего подписчика Александра в скрап-механике! Всем здорово, дорогие друзья! Но, как я уже сказал ранее, друзья, у нас будет Death Run от нашего подписчика Александра, огромное ему спасибо и приветик мы тебе, Санек, передаем. Смотрите, друзья, у нас вот такая вот какая-то непонятная постройка, и внутри, насколько мне известно, нас будет ждать Death Run. Ярик сегодня мне понажимает кнопки, возможно, потом мы поменяемся, и я ему понажимаю кнопочки. В общем, братан, смотри, вот этот зеленый луч, как я понял, это для тех, кто проходит препятствия. Красный луч — это для тебя. Поэтому заходи направо. Вот, я зашел налево. У нас тут кнопка, брат, нажимай. Закрывают. И куда мы поехали? Прощай. Пока, Ярик. О, ну у тебя рожа. Ё-моё, вот это жесть. Так, ну и я выбежал, братан. Тут какая-то кнопка, она почему-то... А, это лифт у нас. Это лифт в обратную сторону. И что делать, брат? Ну, я не знаю, подожди, у меня есть много рычагов. Смотри, кстати, смотри, у тебя есть зеленая кнопка, правильно, вроде как, и две синие, да? Или там одна синяя. Да. Смотри, зеленая активирует всю эту штуку, а синие кнопки, они включают дополнительные ловушки, братан. Их вот тоже так можешь нажимать, выключать. В общем, у тебя там очень много ловушек, друзья. А мне вообще, Ярик, каким образом проходить-то? Чё ты сделал? А ну-ка, а покажи вообще, что у тебя все кнопки делают. Тут первая крутилка. А вторая? И вот так вот, смотри. Ага, вот так вот. Нифига себе. Ё-моё, ты... Нифига, Ярик, нифига. Давай, приостановил. Нифига. Ё-моё, ребят. Вот это угарчик. Ой. Ой. Тихо. Пошёл. Нифига, прям в дырочку. Так это сложно, Ярик. Это капец тяжело. Да ладно! Прошел! Я даже не среагировал! Что, Ярик, как я прошел? А покажи, что тут делается, Ярик, чтобы я понял. Вот так вот. О, господи, еще стенка там! Ярик, там еще какая-то стенка! Ой, Яша, ты испуга не прыгнул даже нормально. Да, друзья, вот это, конечно, мега прикольно. Ну ладно, понятно. Понятно, Ярик, все классно. Оп! Это реально смешно. Все ясненько, брат, все. Там еще стенка, да, у тебя, которую ты потом нажмешь, и я в итоге не пройду, да, братан? Конечно, я нажму, братан. Ладно, друзья, надо более ответственно все делать. Так, ждем, погнали. Хорошо! Скидывает, Ярик! Оно жестко скидывает, брат! Вот так, не все так просто совсем. Так, все, поднялся. Давай, братан. Опа! Да! Блин, почти, братан! Почти! У меня ловушек, я чувствую власть в своих руках. Да, конечно, власти. И стенку не успел, и кто-то не успел нажать, братан. О! Я упал, брат, вниз, нет. А ты не допрыгнешь? Ну вот так. Да ладно! А, нет, господи, я упал назад, что? Это такой зачем? Зачем? Здесь. Как я выпал вообще? Я думал, пробегу, братан. А, я знаю как. Да, блин, упал, брат, упал. Сейчас у меня все получится, брат. Ну. Ай, да блин, она не прыгает, понимаешь, брат. Не все так просто, я же ловлю тайминги. А ну-ка. Я думал, что ты не выключишь, братан, ты понимаешь? Блин, погнали, все, смотри, Ярик. Да стой, стой. Стой, смотри прикол, братан. Смотришь? Смотри. Да? Оп! Что? Оказывается, можно допрыгнуть. Я уже потом понял, что я смогу все-таки допрыгнуть, да, братан? Так, и чё? Ну, нажми ловушки, брат, пожалуйста. Подожди, а в смысле, а у нас еще и дальше есть что-то? Ну вот, да, у меня еще что-то. А у меня ничего нету здесь. А, у меня просто, значит, что? Ты это... прошел, походу. Нет, это лабиринт какой-то, Ярик. Да, вот так, а у меня что? А мне надо прыгать, бро. А, это паркур, это скилл-тест. О май, о май. Оп. Круто. Стой, я дальше пошел, Ярик. Вау. Ты там тяжело, что ли, так? Вау, да. И там направо куда-то. Что, друзья? Подождите. Я вижу, кстати говоря. А все, ты уже ничего не можешь, да, мне сделать? Да, 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 да. Сейчас посмотрим, Ярик. Сейчас посмотрим. Ну, давай, давай, проходи. Оп. Прошел. О, это сложно. Да не, Ярик, погоди. Тут вообще, я прям еще в самом начале. Братан, мне еще далеко, да. Я даже не знаю, как это вообще и что. Оп, прошел. Хорошо, нормально. Ярик. Это следующий этап? Вау! Тут так много, бро! Подожди, ё-моё!
Теперь я почему-то нажимаю кнопки, братан. Что это смысле, такое? А как мне это пройти, я ну-ка, не понимаю. Я не знаю. А так у тебя дальше вон кнопка, по-моему. Погоди, стоп. Ребята, в общем, мы разобрались. Смотри, Ярик, заходи. О, вот. Нет. И теперь я буду нажимать тебе кнопки, брат. А ты проходи. Да. Ребята, это просто парный какой-то жесткий скилл-тест. Что это такое вообще? Ты какая? А вот это что делает? А я что-то не понимаю, что одна кнопка делает, а что другая. А! Это трясет, чё? Да, да ладно, рыб. Она раскачивает, Ярик, смотри, а? Видал? Я она правда с задержкой, а вот это крутит. О, прошел, хорош, Ярик, упал. Красавчик, прошел, да. Вау. Ну-ка, ой, а, это что такое? А давай теперь здесь, Ярик, попробуй. Подожди, тут надо, ай. Ай, а, да, ай. Как скидывает, ай. Да, братан, как скидывает жестко, да? Вот, смотри, давай, я давай, ну-ка. Да она, давай, давай дальше, ладно, ладно. О, да ладно, я сейчас пройду. Давай, давай. Ладно, точно не будешь? Да. О, хорошо. В смысле? В смысле ты не падаешь? Я не... А, упал! Ха-ха! Классно, ребята, классно, упал! Не-не-не, я сейчас пройду. Быстрее! Успел. И, давай, и прыгай. А где? И прыгай. Здесь стекло, подожди. Не, вон там, прямо. А в смысле? Да, Ярик, я думал, тебе не туда надо. Обманул, ладно. Что у нас здесь? Вот так, вот так. А что происходит? А, просто дверь, да, вот это? Да! А что это такое? А тебе можно... Ты в окно можешь попасть, братан. А что это такое? Тут-то ты просто прыгаешь дальше, а, вот, понял. Смотри, дальше. Оп! Вот так вот. Нет. Оп! А ты обо что там бьешься, братан? У меня стекло. А потолок, да? Да, вот. Ну, ты должен сидя именно прыгать, да, разогнаться и shift. О, о да. Да, и а сейчас... дальше, смотри, там вроде как в дырку, да, можно попасть. Если да постараться, братан, да, ну давай. А тут ты еще тоже головой бьешься, еще сидя тоже надо, да, братан? И дальше, да. Погнали. Оп! Да ну! Ярик, хочешь прикол? А там дальше, по-моему, ты опять мне будешь кнопки нажимать, братан. Вот это да. Орелия, ну-ка. О, прошел. Хорош, брат. А ну-ка, да? Нормально. А ты мне теперь кнопки нажимаешь, или кто? У меня никаких кнопок больше нет. Ну беги прямо, братан. А, или мы вместе. Или мы вместе. Да, беги, беги прямо. Походу мы как-то вместе с тобой будем. Нет, мне должен дверь опять открыть. Нету кнопок, брат, нету. Вот так. Вот сидушки, братан. Вот они. Кого? Вот здесь. Я почему-то вижу. Или это строительное. А ты где, Ярик? Вот. Вот. Давай вниз, погнали. Погнали давай, вниз. Давай, а все. А я не видел. У тебя реально тупик, да? И больше ничего нету, брат? Окей, ага. Да. Ну ладно, давай вот на эту сидушку. Давай. Оп. И теперь, как я понял, тут автоматически мы все вместе вдвоем, брат, проходим. Мы не пройдем. Ну попробуем. Оп. Фу, прошел. Да. Все, считаем, брат, да, я считаем. Тоже. Красавчик, братишка, огрел, не пройдем. А дальше что вообще? Вот, вот а что сенсоры люблю, делают, брат? А я не люблю. А прикинь, мне кажется, короче, когда сенсор какой-нибудь будет определенный, мы упадем. А, что-то произойдет. Походу, какой-то сенсор настроен, видно, да, братан? Да, 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 да. Блин, ребят, чтобы вы понимали, Ярик хостанул карту, и меня немножко пингует. Друзья, из-за этого вот такие штуки я сейчас буду очень долго проходить, но я надеюсь, что пройду вообще. Мне тоже тяжело, кстати говоря. А мне прям капец, Ярик. Фух, я прыгнул на нормальный. Так, да. А, вот, вот. Но я удержался, видел? Я удержался. Это как Ярик, это как минное поле, братан. Реально. Да, кстати говоря. Так, оп. Хорошо. Как тяжело на самом-то деле. Оп, хорошо. Вообще. А, перелетел, да, блин. Но я уже запомнил, по каким прыгать. Ай, тихо, блин. Это очень сложно, бро. Сюда нельзя, овер. Куда? Вот на это вот нельзя, вот на это. Куда? Хорошо. Где я прыгаю? Запоминай, брат, запоминай, по какому пути пойдем, да. Нельзя, насколько я понял. Так, вот сюда можно. Блин. Ё-моё, это очень сложно, брат. Само по себе прыгать уже сложно здесь. Так. Мне кажется, вот на это вот нельзя, значит... А, вот стой, погоди. Во. Они как-то рандомно, потому что ты сейчас прыгал на ту, на которой меня наклонило, брат. А, ты да? Ты понял? Да, по-моему, меня на той где-то там наклоняло. Во, и сейчас вот сюда. Да, а сейчас ко мне, смотри, только... Давай, 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 давай. И прыгай сразу туда. Ой, сюда прыгай. Так. Давай, давай. Господи. Господи, да, жесть. Вот это да. Оп. Ну-ка. Оп. Вот получается. Хорош. Оп. Сразу видно скилловой. А, мимо. Я нажал. Сглазил. Я кнопку нажал и мимо дырки прыгнул. Ярик, шаришь? Стой, погоди меня только, погоди. Давай, давай. Оп, блин, сложно, брат. Капец. Да, кстати говоря. Ай-яй-яй, это очень сложно, друзья. Классный дезран, вообще жесть. Обалденный. Так, тут даже теперь парный, да, братан? Мы с тобой вместе. Да, 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 это круто. Давай, оп, хорош. Фух, прошел. Отлично. Смотри, что здесь. Поползли, братан, все, наверх. Блин, давай, стой, я что-то не могу прыгать, погоди, отойди, нет, ты от меня отойди, потому я что чуть-чуть у нас будет глючить, если мы рядом будем, но у меня, ага, у меня будет от тебя чуть-чуть, да-да-да, отдавать. Так, погнали, ребят, дальше прыгать, ё-моё. Хоп, хоп, хоп,
Я упал. Так, Ярик, оп. Ну не так уж и легко. Жесть, это вообще сложно, брат. Это вообще сложно. Ну-ка. Так весело, мне прям хочется... Да, шикарно, блин, ребят, реально. Огромное Сане спасибо за такой просто шикарный дезранчик. Это даже и дезран, и скилл-тест, и все вместе взято, друзья. То есть, вы понимаете, это реально жесть. А я прям так потею, Ярик, ты бы знал. Я тоже, брат. Ты бы знал, брат, как я потею. Ой, аккуратно. Я прошел, там фи... Давай, Ярик, я тебя жду, брат. Давай, проходи. Заиграл мой слон, да, потому что я прошел. Молния у меня за окном, капец. Это, знаешь, антуражу придает. Ярик, прыгай, брат! У-ху! В общем, друзья, вот у нас долгожданный финиш. Блин, я даже не ожидал, что настолько шикарный будет дезран и скилл-тест. Поэтому, ребят, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на все наш канал, ссылочки найдете в описании. С вами сегодня были Овер и Барт. Надеемся, что видосик вам понравился. Не забывайте про лайки, про колокольчики и, конечно, друзья, про положительные комментарии. Чем вы их больше напишите, тем у вас будет больше шансов попасть в следующий ролик, лучший комментарий, либо получить от меня сердечко в комментариях. Если у вас есть для нас карта какая-нибудь, прятки, дезран, скилл-тест, гоночки, неважно, друзья. И вы хотите, чтобы мы передали вам привет и спасибо видео, обязательно нам скидывайте в личку ВКонтакте, мы запишем на вашей карте видео и, соответственно, передадим вам приветик и спасибо прямо на ролике. Ну, а с вами сегодня, я повторюсь, был Овер Барт. Всем удачи, ребят, хорошего стране болеть, успехов и пока-пока! Пока, ребятки!